как только зародилась Байкальская миля, мы знали о ее существовании и хотели поехать. Нам даже было дано приглашение, но в первый год проведения мероприятия мы не смогли этого сделать по техническим, физическим и финансовым проблемам на тот год. Но в этом году мы твердо решили, что мы едем, у нас будет 4 единицы техники, и мы обязательно выступим, несмотря ни на что. Смещаем сиденье, делаем крыло, делаем рулевую колонку, собираем, ставим щиток. На подготовку мы отвели 2 месяца кропотливой, ежедневной, трудной работы. Мы шиповали шины, мы меняли тупичные подшипники, меняли поршня, меняли головки, перекрашивали рамы, разбирали, собирали, тестировали, делали заезды, спорили, ругались, бросали, опять начинали с самого начала, шиповали, никелировали, хромировали. То есть у нас было целых 2 месяца очень активной подготовки. Байкальская каша. Бурятки, опозы слышали. Короче, перчик. Группа энтузиастов из Нижегородской области поехала и едет на озеро Байкал ставить рекорд скорости. Будем защищать честь Нижнего, честь Нижегородской области. На гонку! Здорово, Василий! Здорово, Сергей! Как дела? Отлично! Куда везешь нас? Куда? На Байкальскую милю. На 3 дня скорости. Чем хороший автодом? Тем, что в нем есть все удобства для проживания, даже для комфортного проживания 6 человек. Было очень удобно тем, что 2 из нас были за рулем. 1 рулит, 2 его контролирует. 4 отдыхают. То есть была бодрствующая смена, так сказать, те, кто ехали, и те, кто отдыхали. За счет этого мы передвигались достаточно быстро и за сутки проходили 1500 километров. Весь маршрут проходили за 4 суток, то есть от Нижнего Новгорода до Максимихи 4 суток времени. Лук нарежем, да? Раз. О, класс! У нас был некий повар, который пытался кормить нас, да, но иногда получалось, иногда не получалось, иногда кто-то перехватывал инициативу. Да, однажды вообще все это вывалили просто. Но мы вам это не покажем. Из необычных или прикольных событий — это когда Рома сел за руль автодома, а Костя ушел покурить. При этом хлопнули двери, все подумали, что все уже сели и поехали. Спустя 2 минуты закричали: «Костика забыли, Костика забыли». Было это специально или не специально, но... ДПС нас останавливали за весь маршрут 2 раза. 1 раз в Иркутске на обратном пути. И, по-моему, еще 1 раз туда. Но никаких вопросов как бы не было, в прицеп никто не лазил. Так поинтересовались на обратном пути, не везем ли мы каких-то гастарбайтеров или там еще перевозим ли людей, китайцев или вьетнамцев, да-да-да. Скажу, что мы передвигались из Владивостока в Нижний Новгород весной на мотоциклах. И памятуя состояние дорог, я сказал бы, что дороги хорошие. Но, так сказать, вот осенний проезд по тем же самым дорогам показал, что, к сожалению, выбиваются. Может быть, это из-за того, что зима такая теплая. То есть есть информация, что участники, кто добирались также своим ходом, поменяли по 2-3 колес. Некие беды колесные, так сказать, пропустили мимо. Благодаря компании Linaris, которая обула наш прицеп и наш автомобиль в новые шины. Да, ну и стоит поблагодарить не только Linaris, еще и компания Матёль отозвалась на наш призыв и предоставила смазочные материалы не только на спортивную нашу технику, но и на автодом. Также один из генеральных партнеров — это была московская компания Mad Bull. Они занимаются спортивно-экстремальной защитой для мотоциклистов, снегоходчиков, квадроциклистов. И они, благодаря их участию, эта поездка была более сочной и насыщенной. Мало того, мы участвовали в заездах именно в их экипировке. Мы приехали уже поздно ночью, это было примерно 12 часов ихнего времени. И первые, кто к нам подъехали, это действительно были организаторы Байкальской мили. Это Сергей Мальцев, Дмитрий Хитров.
ну, непосредственно организатор, руководитель, мы, так сказать, поприветствовали друг друга, сделали сразу фотографии. Вот мы остановились на берегу. Вот здесь место проведения мероприятия, берег, и мы здесь фактически заночевали первую ночь на берегу Байкала. Здесь все выглядит. Яркое солнце, аж глаза режет. Напротив нас такие горы. Сегодня решили, что расстояние до них, кто-то сказал 20 километров, кто-то сказал 4. Новый день. Мы спустились на место проведения мероприятия, разбили некий свой лагерь и начали готовить технику и готовиться к соревнованиям. Влажность другая. Уровень организации фестиваля оценю очень высоко. Было несколько дорожек, скажем так, для участников. Была автомобильная трасса отдельная, была мототрасса отдельная, а также был участок для проведения дрэгрейсинга на дистанции 1,8 миля, то есть на 201 метр. Это та дисциплина, на которой мы, команда «Уралгон», чувствуем себя вполне прекрасно. Это наша дисциплина. То есть если гонки на 1,5 километра на максимальной скорости для нас немножко новое занятие, то 201 метр – это то, подо что мы заточены. Техническая комиссия, которую мы проходили, была действительно немного сложная и, сказать, даже волнительная, потому что, во-первых, технарями были те, кто принимали нас. Во-первых, был один украинец. А давай вот этих парней я посмотрю. И мало того, он еще, оказывается, нас знал. И зная о том, что это будет команда «Уралгон», он нам немного вредничал на начальном этапе. Но как только все закончилось, он сказал: все, ребят, все нормально, я такой-то, такой-то, мы с вами заочно знакомы. И тут все, так сказать, встало на свои места. Вот, это Ярослав. Да, Ярослав, если видишь эту передачу, тебе привет. Все было нормально и очень круто. Вот, а также был американец Шон, который осуществляет техническую комиссию, так сказать. Мы не понимаем друг друга, показываем вот это газуля, да, что такое газуля, ну... Было много разных приколов, связанных с языковым барьером, но, тем не менее, все нормально, вся наша техника прошла комиссию, и все мы были допущены. Я знаю, что было несколько единиц забраковано по причине несоответствия шипа, либо утечки масла и горюче-смазочных материалов. 16 февраля выехал с Донбасса. Вот, приехали позавчера. Сегодня вторые сутки на льду. Атмосфера просто супер. Движуха крутая. Сейчас все оборудуем здесь лагерь ночных волков, чтобы быть, как всегда, на высоте, лучше всех. Мы приехали не только в составе нашей команды нижегородцев, но и были иркутяне, ночные волки Иркутск, ночные волки Торжок, ночные волки Тверь. Ребят привезли. Мы в составе команды «Уралгон» от мотоклуба «Ночные волки» встали вообще 8 единиц техники, выставили на старт, чем как бы немного, я думаю, даже удивили организаторов нашей организованностью, слаженностью и четкостью в действиях. У нас была одна небольшая техническая проблема. У нас Харлей подвел. То есть во время транспортировки, видимо, мотоцикл поставили на передачу. И когда его везли, он вот так вот шевелился, дергался на передаче и обломил в коробке несколько зубьев. Итак, Миша выезжает в предстартовую зону. То есть когда его разгрузили, завели, щелкаем, там все хрустит, мотоцикл не едет, поэтому он тут же... Были задействованы разные силы и средства для того, чтобы найти подобную коробку. Модель редкая, и пришлось даже звонить ей в Соединенные Штаты для того, чтобы, да. Но в последний момент все это как бы достали, добыли. Все, дали Миша старт. Ну, все нормально, да, команда вся покраснела, лица красные, потому что солнце яркое. Вот, мы как будто тут загораем, мы как на Бонневилле. Будьте с нами, занимайтесь спортом.
О, по часам. Слушай, уже не догоняю. Успеха! Было огромное количество интересной техники, начиная от Унимото с реактивным двигателем. Это две турбины от Су-24 стартерных. Я думаю, что если дуть до конца, то, наверное, он реально мог бы улететь. Вот. Были автомобили Bentley, которые на гусеницах, то есть как будто как снегоход. Да, у Константина Академика очень интересный аппарат. Мы немного опаздываем с освещением новостей наших. Что происходит, как происходит? Ну, могу вам с уверенностью сказать, что вот этот человек уже строчит новый пост в свою группу. Осуществлялись в течение всех трех суток проведения мероприятия. Первый день был, так сказать, пробный. Для того, чтобы начать кататься на длинную дистанцию, ты должен обязательно пройти квалификацию на короткой. Короткая – это вот эти самые 200 метров. Организаторы и техкомиссии смотрят, как ты едешь, не виляешь, справляешься с техникой. Может быть, что-то не так в твоей технике. Поэтому сначала на 200 метров быстрых ты проезжаешь и получаешь допуск на 1,5 километра, на 1640 метров. На Байкальскую милю. Почему Байкальская миля? Потому что организаторы решили, значит, дистанцию сделать по максимальной глубине озера. Что можно сказать еще интересного на миле, да, когда скорость реально начинает возрастать и, судя по всему, заходит чем более чем за 120 километров, ты реально начинаешь ощущать как будто плотность воздуха. То есть совершенно другой шум в ушах, то есть, ну, очень необычное ощущение. Из поставленных нами результатов оправдали себя Унимото. Это торжок Твери, рекорд 120 километров, 121, по-моему, я думаю, будет держаться еще очень долго и вряд ли его побьют. Именно вот в таком же классе на базе Урала, 650-ки. Да, понятно, что эти турбовые ракеты на базе стартеров от Су-24, конечно, они могут улететь еще быстрее, но это ольдскульная тема. И наши пацаны поставили рекорд, я думаю, четко и надолго. Оправдала себя Газуля. Здесь она на испытаниях показывала 55 км в час на чистом льду. Но вот на Байкальском льду ей, к сожалению, не достигла она таких результатов, но привезла 51 км в час. Мы считаем, что для 45-кубовой газульки это очень хороший результат. Мы, надеясь, там в предварительных съемках говорили, что мы разовьем 200 км в час. Конечно, этого не случилось. То есть мой варик разогнался всего лишь до 140, а стандарт Дмитрия Орлова, когда он заявлял 160, ну, разбежался всего лишь 116. Поэтому я думаю, что итогов еще официальных не было, награждения не было или подведения итогов не было, но я думаю, что все мы войдем в книгу рекордов Байкальской мили 2020 года. Тому, что мы там нанесли какой-то ущерб, технический пролив топлива, масел, либо еще чего-то, потери шипов. Ну, скажу, что были беспрецедентные меры приняты, то есть на каждой технической зоне был свой деревянный поддон, были настилы, на которые ты заезжаешь, если что-то делаешь, ремонтируешься, была и ветошь для того, чтобы ничто не текло, были и специальные химические реагенты, мало того, организаторы специально для этого мероприятия построили заправочный мотоцикл, который, так сказать, оказывал заправку топливом также на специально отведенном месте, поэтому я уверен, что если мы навредили, то не более чем две моторные лодки местных жителей. В этот день было некое торжественное открытие фестиваля скорости. Был и губернатор ихний, и разные службы, и комитеты по поддержке спорта, туризма, именно Бурятия. Скажу, что зрителей было очень много. То есть я думаю, что порядка 4000 человек на льду точно было.
Дорога домой действительно показалась короче. Несмотря на то, что мы заезжали на горячие источники в два места. Это Аршан напротив Иркутска в 120 километров, поселок Вышка. Я был там ранее полугодом и сейчас специально завез ребят для того, чтобы они кайфанули именно от настоящей природной горячей воды, которая бьет там из этого источника. И она еще и минерализованная с каким-то химическим особенным составом, которого якобы такой состав вообще единственный в мире на этом источнике. Мы там же поели бурятских поз и совершенно спокойно рванули назад. Ну вот и подходит к завершению наше путешествие на фестиваль скорости «Байкальская миля». В общей сложности наш пробег составил 12 тысяч километров. Буквально через 100 километров мы будем дома. Что можно сказать? Очень экстремальное путешествие, очень экстремальные гонки. Ехать и не спать. И еще проблема была с тем, что плюс 5 часов времени от московского вносили свои корректировки. Там, так сказать, мы находились как спящие мухи. Ночью мороз до минус 30, днем ослабевал до 10 градусов. На самом Байкале, если здесь у нас земля и песок, чернота, то там настоящая зима, хрустит снег под ногами. Очень круто и красиво. Мотоциклы вполне прекрасно также себя чувствовали. Скажу, что даже в те морозы, которые там были, до ночи до 30 градусов, с утра мы их заводили. Были небольшие трудности с запуском моего мотоцикла, потому что он заводится не со стартера, не с кика, а как лодочный мотор со шнурка, с дедушкиного шнурка наматываешь. Вот тут не каждый запуск заканчивался, так сказать, успешно. Приходилось еще раз и еще раз запускать. Но в целом техника отработала на отлично. Поездка бомба, все понравилось, зимний Байкал по-своему красив. Добрались обратно до дома и надеемся еще вернуться на Байкальскую милю через год или через два. Каждый для себя что-то понял, мне кажется, туда приезжает один человек, а оттуда едет уже совсем другой. Отлично съездили, отлично, очень хорошее мероприятие, позитивное. Очень здорово съездили, очень здорово, но я больше не поеду. Год. Мы решили, что в следующем году мы, наверное, вряд ли примем участие в Байкальской миле. Дадим возможность другим участникам зарегистрироваться и поучаствовать для того, чтобы набить больше рекордов. А через год, когда уже будет что бить, мы приедем и будем участвовать. И мало того, уже приобретены, вот за этот промежуток времени уже приобретены кое-какие вещи для того, чтобы построить новый проект, более быстрый, более мощный. Ну, конечно, все на базе нашего старого дедушкиного Урала.